Привет-привет, меня зовут Олег Нитьфоренко, и я наставник по медитации. И это 24-й день осознанности. Есть такая очень крутая медитация, как осознанное употребление еды. Что тебе нужно для этого? Когда ты только садишься кушать, завтракать, обедать или ужинать, очень важно сделать это осознанно. Как это можно сделать? Постарайся есть по чуть-чуть и прочувствовать абсолютно любой, весь вкус на того, что ты ешь. То есть не спеши. Возможно, у тебя займет на это гораздо больше времени. Можешь выделить там конкретный завтрак, обед и ужин, там где у тебя больше всего времени, и посвятить этому какое-то время, чтобы понять действительно то, что ты ешь. Потому что когда ты ешь медленно, когда ты чувствуешь все то, что ты ешь, делаешь это не спеша, то ты понимаешь, чем ты питаешься. Таким образом, ты можешь для себя очень легко понять, что действительно нужно твоему организму, и прислушаться, как твой организм реагирует на твою еду, которую ты употребляешь. Зачастую, к сожалению, нам не хватает времени, чтобы отследить этот момент. Поэтому мы это делаем быстро. Кто-то из вас худеет, кто-то из вас жиреет, и это нормально. Поэтому, но ненормально вести себя так каждый раз. Поэтому почувствуй все то, что ты ешь, вкушая абсолютно каждый кусочек и отслеживая каждое движение и каждый рецептор твоего языка, чтобы понять действительно, как еда влияет на твой организм. И, собственно, живи осознанно, питайся осознанно, наслаждайся жизнью и будь еще более счастливым. И до завтра. Пока-пока.